О святый Архангеле Божий Гаврииле, присно предстояй престолу Всевышнего, прерадостный благовестниче и усердный споспешниче нашего спасения. Свойственным тебе милосердием прими сие хвалебное пение от нас недостойных тебе приносимое. Исправи молитвы наши и принеси я, яко фимиам, на небесный алтарь кадильный. Озари умы наши светом познания тайн спасительные веры нашей. Воспламени сердца наши любовью ко Христу Спасителю нашему. Обрати и укрепи желание наше на спасительный путь евангельских его заповедей. Да всем ветце тихо и благочестно поживем во славу Божию. В будущем же не лишимся вечного Царствия Божия. Еже получите да сподобимся благодатью Христа Бога нашего, ходатайством пречистые Его Матери, пренепорочные Девы Марии и Твоими многомощными ко Господу Богу о нас молитвами. И да прославим с Тобою и прочими бесплотными силами небесными и всеми святыми единого во Троице славимого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.